Всем привет! В данном видео я хочу вам рассказать о новинке второго каталога о мужском зонте. Хочу обратить ваше внимание, что данный зонт представлен также и в третьем каталоге, но уже в ограниченном количестве. Его цена 319 гривен в ценах каталога, поэтому кто еще не заказал, спешите заказать. Давайте рассмотрим зонт поближе. Артикул зонта 600-209. Зонт у нас идет мужской полуавтомат, ткань с водоотталкивающим покрытием, спицы железа, ручка пластик, цвет черный. Итак, зонтик нам приходит вот такой в целлофановом чехольчике. Также идет пузырчатый чехольчик на ручке. Для того, чтобы у нас тут ручка матовая, она пришла в целости и не пошкрябан. Кроме того, на ручке вот есть дополнительная тесьма, что позволяет зонт очень крепко и удобно держать в руке. Также, что немаловажно, зонтик у нас довольно-таки очень маленький, всего лишь 30 см в закрытом виде, что позволит нашему мужчине его положить в свою сумку. Далее, марка Faberlic представлена только лишь на чехле, что позволит приобрести этот зонт почти каждому мужчине, так как больше половины не любят, чтобы на их вещах был какой-то бренд. У нас также есть фиксатор, смотрите, девочки, на чехле, да, что позволит нам затянуть чехольчик для того, чтобы наш зонт не выпал, если мы будем нести в руках. Откроем зонтик и посмотрим поближе. Как я уже говорила, зонт у нас идет полуавтомат. У нас есть вот такая вот кнопочка, чтобы его открыть. Кроме этого, есть защитная также тесьма на липучках, да. Смотрим ткань. Смотрите, девочки, ткань довольно-таки очень плотная, да. Я бы, честно, дала бы стоимость этому зонту намного больше. Ткань на солнышке будет переливаться. Я не знаю, будет вам это видно в видео или нет, да. Кроме этого, ткань позволит капелькам дождю не собираться, а скатываться по нему, да. Хочу также сказать, что купол зонта довольно-таки большой, что позволит зонт использовать не только парням, но и также довольно-таки большим и плотным мужчинам, да. Смотрите, далее у нас идет механизм, как я уже говорила, довольно-таки прочный, полуавтомат, спицы железные, спицы очень крепкие, девочки, честно, уже зонт испробовали, и хочу сказать, что при ветре сильном он не выворачивается. Поэтому, девчонки, кто еще не приобрел данный зонтик, спешите, впереди 23 февраля, а зонт является практичным и нужным аксессуаром для каждого мужчины. Повторяю, его артикул 600-209, цена 319 гривен в ценах каталога. Спешите, заказывайте. Спасибо за внимание. Кому было интересно данное видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.